все. Очень приятно вас видеть, старых и новых. После очень долгого перерыва мы возобновляем наш не лекторий, Петя и Волки. Петя перед вами. А Волки сегодняшние, которые будут нас грызть, это композитор Антон Светличный. И поэт Лев Аболин. Я вчера был в Большом театре. Тоже пустые стулья, продуманно выделенные. Зато, доложу я вам, звучит очень хорошо. Я думаю, что у нас сегодня будет не хуже. Разные пары волков приходят к нам на нелектории. Бывают, были такие, которые друг друга знают очень давно, сотрудничают, ходят друг на друга, читают, слушают. Бывают такие, которые, ну так, в курсе, но до этого не общались. Бывают такие, которые так знают о существовании друг друга. А бывают такие, которые вообще, в принципе, даже не слышали друг о друге ни разу. Вот, например, эти двое познакомились 10 минут назад. Петя, спросите меня вы, зачем же ты приглашаешь такие пары? Я делаю это с некоторым расчетом, и расчет этот на ваше понимание, на вашу поддержку. Чтобы объяснить его, я напомню, какая тема у нас сегодня нашего собрания. Художник как агент мировой культуры. Что я в это вкладываю? Бывают разные типы художников. Бывают такие, которые целиком погружены в собственное творчество, живут в своем внутреннем мире, производят свои тексты и больше ничем не интересуются. Но, может быть, они интересуются, если композитор, то такими же вот похожими композиторами, он ходит с ними, дружит. Поэт читает близких ему поэтов, но не более того. А есть другой тип художников, который активно включен в процесс мировой культуры, отечественной, зарубежной, любой. Как правило, такие люди не только занимаются своим профессиональным делом, пишут музыку, стихи, но они же и эссеисты, критики, обладают еще большим количеством профессий. Вопрос. Вот что это? Одно в человеке целое, то, что составляет его неразделимое, одно как-то питает, другое помогает одно другому. Или это две половины, которые друг с другом не сообщаются. Тут я поэт, тут я эссеист, тут я композитор, тут я играю на радио. Готового ответа у меня по поводу моих двух сегодняшних волков нету, но мы будем его искать вместе с вами. А для начала я хочу, ну, просто от себя сказать по паре слов о каждом из них. В 2018 году, пару лет назад, я был в жюри конкурса молодых критиков «Резонанс». И это очень хорошая ситуация, когда ты читаешь тексты, не зная, кто их написал. Конкурсы проводятся анонимно, такого уже был и конкурс «Резонанс». И вот мне попал текст неизвестного мне автора, который назывался так. «How to do things with music. Часть вторая». Мне это страшно не понравилось. Я решил, что за пижон? Во-первых, почему нужно называть по-английски? Во-вторых, что такое часть вторая? А где первая? Следует под заголовок. Первый раздел статьи опубликован в другом разделе журнала и в настоящий момент недоступен для чтения. Ничего себе, я думаю. Значит, я должен верить, что есть какой-то первый раздел этого труда, что там он написал много ценного, а здесь он только продолжает.
Короче говоря, по названию, по заголовку, мне сложилось впечатление относительно абсолютно негативное. Но я решил продолжить читать, и страница за страницей мне стало открываться, что передо мной какой-то удивительно интересно мыслящий автор, который, во-первых, интересно мыслит, во-вторых, умеет излагать свои мысли точными словами. О чем этот текст? Ну вот мы привыкли к тому, что какова обычная ситуация в музыке. Композитор написал, отдал ноты исполнителям, те разучили, сели, вышли на концерт, сыграли, публика послушала. Текст, исполнение, восприятие, три очень четко выстроенных стадии становления и осуществления произведения. Но оказывается, что чем дальше мы забираемся в своих исследованиях истории, то оказывается, что есть и такой очень важный элемент, как поведение. Особенно это ярко выражается на концертах поп-исполнителей, рок-исполнителей или фольклорных исполнителей. Например, когда выступает, допустим, Дэвид Боуи, то понятно, что кроме музыки на сцене происходит еще что-то очень много другого. Оно вытекает из того, как он себя ведет. Но если это в целом типично для поп-исполнителей, то в классическом репертуаре мы это встречаем реже, но оказывается совсем тоже не редко. И, например, в истории искусства 20 века, и автор об этом подробно пишет, встречаются очень разные явления, причем по обе стороны океана, которые он сравнивает, сближает, например, группа «Флюксус» с одной стороны, или итальянские футуристы, или дадаист Марсель Дюшан, а с другой стороны океана это, допустим, петербургские композиторы Леонид Десятников, который посвятил свое произведение тому, что он въехал в новую квартиру, он свое поведение перенес в нотный текст. Или Олег Каравайчук, который выходил, он мог вообще не играть, мог на голову наволочку надеть, но все просто приходили на его концерты и говорили, что невозможно ничего вспомнить лучше. Или, допустим, Юрий Ханин, который поселил себя в биографию Скрябина, как будто он его закадычный друг, он с ним ведет диалоги. То есть совсем далеко не только музыкальный текст является содержанием произведения, но все то, что его окружает, все то, что к нему прикладывается, и то все то поведение, которое разными фигурантами процесса создаются вокруг. Со мной в жюри был Лев Рубинштейн. Однажды вот он здесь в качестве волка выступал. А он, как вы помните, свои стихи на карточках записывает. Во время чтения вот эти карточки перекладывает. Вот типичный вариант поведения, которое прибавляется к тексту. И он сразу за этот текст зацепился и мне говорит, давай мы этому тексту дадим одну из премий обязательно. Ну тогда мы стали заново читать этот текст, открывать его, и нашли поразительное совершенно место. Сейчас я вам его процитирую. Тут речь идет о Джонни Кейдже, которого можно считать воплощением вообще этого принципа перформативности, как его называют, автор. Но автор пишет, что ближайшим предшественником Кейджа на этом пути должен быть, вероятно, назван Арнольд Шёнберг, которого Кейдж называл своим учителем, хотя Шёнберг упорно отказывался признать Кейджа учеником. Как и Кейдж, Шёнберг придумал собственную рациональную систему письма. Только Кейдж придумал систему случайности, а Шёнберг, наоборот, очень рациональную систему, додекафобию, которая была доведена до сведения публики и в рамках перформативной стратегии композитора переносила фокус внимания зрителей с пьесы на процесс ее создания и, как следствие, фигуру создателя, декларативно претендуя на универсальный статус. По факту 12-тоновый метод композиции остался индивидуальным авторским проектом.
Вот таким образом, не выходя от своей знаменитой конторки, за которую он стоя писал, и, не, может быть, не показываясь на сцене, Шонберг стал участником процесса перформативности. Ну, конечно, мы дали этому тексту одно из призовых мест, после чего наступил заветный момент, когда можно было узнать, кто же автор. Расскажите, кто написал. Оказывается, что это композитор из Ростова-на-Дону Антон Светличный. Я вспомнил, конечно, что я уже знаком с каким-то его интервью. Музыки, правда, еще тогда не знал. Но, в общем, оказалось, что вот еще одной гранью раскрылся очень разносторонний, талантливый человек, который является одним из лидеров художественной жизни в своем городе. Он не только композитор, он преподает, он играет на рояле, причем в разных жанрах, в разных местах. Он занят как клавишник в двух группах. Кроме того, он пишет тексты, эссе, стихи, и вообще я не знаю, чего он не делал. В те же годы я работал в газете «Ведомости» как руководитель отдела культуры. И тогда на месте литературного критика у нас трудилась писатель Майя Кучерская. Мы очень хорошо сотрудничали, но в какой-то момент Майя решила пойти в гору и открыть свой собственный педагогический проект. «Я ухожу», она говорит. Я, конечно, страшно опечалился и говорю: «Майя, ну ты не можешь просто так уйти, ты должна привести преемника, кто будет продолжать твое дело». «Ну давай подумаем», она говорит. «Так, этот в литературе разбирается прекрасно, но пишет занудно, скучно, твои читатели этого не будут читать. Этот, наоборот, талантливый, но самовлюбленный, и книжки он не любит. Он их читает по диагонали, я вот когда его рецензии читаю, я это чувствую». «Так, этот, вот, я знаю, кого я тебе посоветую. Вот он и в литературе прекрасно разбирается, и пишет очень хорошо, и человек обязательный, и вообще это вот то, чего тебе нужно». Я говорю: «Как же его зовут?» «Лев Оборин». Я говорю: «Лев Оборин». Я вспоминаю, что был такой пианист, который прославился тем, что в 27-м году, уже почти век назад, когда в Варшаве объявили первый конкурс пианистов имени Шопена, он поехал туда и сыграл лучше всех европейцев, более того, лучше всех поляков, и получил первое место. Потом он стал активно концертировать и, в частности, стал постоянным партнером Давида Ойстраха. Ну, я списался со Львом, получил от него ответ с адреса журнала Rolling Stone. Я пишу: «Лев, странный у вас какой-то адрес, фамилия классическая, а адрес Rolling Stone». Лев мне отвечает: «Да, я знаю, что был такой пианист, но я просто однофамилец, я происхожу из семьи железнодорожников. Мой дед был железнодорожник». Окей, мы стали сотрудничать со Львом, и однажды он написал текст, который был очень хорош, просто мне нужно было его чуть-чуть сократить, чтобы он влез на газетную полосу. А мой принцип редактора, я вообще считаю, что редактор должен так уметь делать, это так сократить текст, чтобы сам автор этого не заметил. И вот я сократил текст Льва, и когда он вышел, Лев мне написал: «Спасибо, Петр, вы так сократили мой текст, что я этого даже не заметил». То есть не заметил, предпочел вот так сделать, похвалить меня таким образом. Ну и, наконец, наступил день, дату которого я вам назову. Это был октябрьский день, 5 октября 2017 года. У меня в этот день не было полосы в газете, я остался дома и пошел гулять по Салтыковке, по Октябрьскому лесу, под ногами кленовые листья, держу зонтик, теплая осенняя погода, ничего вообще желать лучше не получается, нельзя. Но одна мысль меня свербит, что сегодня должны вручать Нобелевскую премию по литературе.
А там у них не обязательно подлый порядок вручения этой премии, потому что они не вывешивают короткого списка сначала. Они могут выбрать хоть любого из 500 человек. И я думаю, ну хорошо, вот они выбрали 2 года назад Светлану Алексеевич. Да, мы знали, кто это, в курсе. А год назад премию получил Боб Дилан, его знает весь мир. А кому интересно, они дадут в этот раз. В общем, ну, мне нужно обязательно на сайт поставить комментарий к этому событию. И вот где-то около 3 я прямо с телефона в лесу проверяю информацию, приходит новость, что премию получил Кадзуо Исигура. Ну так и есть, думаю. Начинаю вспоминать, кто это такой? Японец. Начинаю как-то гуглить, стоя среди леса под зонтиком. Да, японец, но с 5 лет живет в Великобритании, все пишет по-английски. Ну, сердце мое с шины упало, думаю, кто же вообще у нас его читал и что-то может о нем написать. Звоню Льву Аборину, говорю, Лев, вот Кадзуо Исигура получил Нобелевскую премию по литературе. Не могли бы вы какой-нибудь краткий комментарий написать к этой новости? Лев говорит, Петр, а сколько у меня есть времени? Я говорю, ну, 1-2 часа. Хорошо. И смотрю, значит, через 1.5-2 часа приходит текст, из которого становится ясно, что Лев знает не только тот роман, который Кадзуо Исигура удостоен, за который удостоен Нобелевской премии, но и те романы, которые он раньше писал. И он, сравнивая их между собой, написал следующую тираду. «Не отпускай меня, остаток дня, погребенный великан, безутешный, выдающийся роман. Но я посоветовал бы обратить внимание на сборник «Ноктюрны». Здесь нет ни фантастики, ни фэнтези. В окно не стучится большая история, но ткань понимания мира – самого обыденного мира наших повседневных отношений рвется и здесь, и разрывает ее музыка, лейтмотив всех новелл сборника. Если бы Исигура был композитором, померкли бы многие саундтреки к триллерам и кинодрамам. Но он писатель, и тревожную музыку, которая для Исигура связана с эмоциональной нестабильностью, вы слышите у себя в голове, когда читаете его книги. Но когда я прочел такое про музыку, я очередной раз проникся недоверием к официальным версиям биографии и открыл биографию пианиста Льва Аборина. И первое, что я прочел там, что он происходит из семьи железнодорожников. Итак, я не стал, естественно, вам рассказывать никаких официальных фактов из биографии Антона Светличного и Льва Аборина. Вы можете найти их сами. Новость заключается только в том, что в их биографиях появились пятна. Пятна. Причем пятна абсолютно одни и те же в биографии того и другого. Пятна. Так называется новое произведение Антона Светличного на стихи Льва Аборина. И мы с вами сегодня будем первыми, кто его услышит. Ну, а сейчас наша дальнейшая программа сложится нашим традиционным образом. Сперва Антон Светличный сделает вам свою презентацию. Вы вспомните слово «перформативность», когда вы будете ей внимать. Затем выступит Лев Аборин. Потом мы поговорим вместе, вы можете задать вопросы. Потом мы разыграем диск фирмы «Мелодия». Кто даст правильный ответ, тому повезет. И, как всегда, в конце у нас живая музыка, и классика, и современная музыка. Прошу внимания. И приглашаю Антона Светличного.
Перед тем, как начать, я два слова скажу. Я не собирался, но думаю, все-таки стоит. Я думал, как построить презентацию, и решил, что я не буду говорить ничего. Я буду играть. А все то, что я хочу сказать, будет показано на экране, собственно говоря, там будет много текста. Но сейчас я подумал, вот, собственно, когда я там сзади сидел, что, возможно, не у всех хорошее зрение, и я не уверен, что шрифт, который был, достаточно крупный. Так что, если вам покажется, что слишком мелко и плохо видно, не стесняйтесь переходить ближе, да, чтобы читать то, что там написано. Вот. А я, соответственно, буду примерно в течение 20 минут сейчас импровизировать. Я сознательно не готовился, я не знаю, что сейчас будет звучать, но сейчас сообразим. Как начать я придумал, а все остальное. Thank you.
Спасибо, друзья. Я не готовил какой-то спич по этому поводу, да, и по теме, которая заявлена на основании сегодняшней встречи. Это, конечно, да, с одной стороны, слово «агент» в наше время приобретает такие весьма нехорошие, неприятные коннотации, как это уже было не раз. С другой стороны, это приобретение позволяет в который раз осмыслить в принципе, политизированность многих культурных процессов, и то, о чем я говорю в своих стихах, довольно часто заходит в эти области. То, что сейчас я прочитал, слушая импровизацию Антона, меня очень, да, наполняет какого-то ощущением приятного понимания, да, потому что, с одной стороны, для меня крайне важна мысль о вмещении как можно большего количества разных культурных явлений в голову. И роль критика я в первую очередь вижу просто как роль человека, который забрался на некоторое возвышение, что не означает ни в коем случае его какой-то иерархически приподнятой позиции. Просто это такое место, с которого удобно обозреть большое поле, на котором происходит много всего интересного, и попытаться понять, каким образом это между собой связано, в том числе и в каком-то большом глобальном контексте. Когда Петр сейчас говорил о моей эрудиции в области творчества Кадзуо Исигуро, с одной стороны, здесь просто везение, да, это один из моих любимых прозаиков, так получилось, что я его люблю, и несколько раз сказал мысль о том, что хорошо бы дать ему Нобелевскую премию, и очень обрадовался, когда действительно, кому-то в Стокгольме это тоже пришло в голову. С другой стороны, конечно, мы сейчас, имея мир на кончиках пальцев, можем посмотреть все недостающие контексты и притвориться всезнающим. Другое дело почувствовать связь того, что ты знаешь на самом деле, да, с теми какими-то маленькими колокольчиками, которые где-то в отдалении звенят, приглашая пойти в одну или в другую сторону и, может быть, узнать что-то больше после того, как ты написал дежурный текст. И в этом смысле, конечно, работа никакого обозревателя, критика, думающего человека никогда не заканчивается. И еще важная вещь, которую я хотел сказать, что вот этот сюрреалистский подход, который был в этом перечне вещей, которые мы можем заместить в наших культурных практиках, всегда меня очень интересовал и привлекал в чужом. Мне лично на него никогда не хватало терпения и усидчивости, и я очень ценю людей, которые это умеют. Потому что, конечно, в какой-то момент сюрреалистский текст приобретает то же свойство, которое приобретает сюрреалистская музыка. Да, это та вещь, которая сначала начинает раздражать, да, как всякие репетитивные вещи, а потом, наоборот, завораживать и повергать тебя в нужное состояние. Так устроены многие концептуалистские тексты, так устроены, да, работы современных авторов, продолжающих концептуалистские линии. Так не устроена моя работа, но в ней есть, да, то, что Антон назвал микросериальностью, в том стихотворении, которое сегодня будет представлено с музыкальной его частью новой, да, это, надеюсь, будет видно. Мне же хочется просто сказать, что вот эта роль человека, глядящего на все, понятно, что не на все, невозможно глядеть на все, да, тешащегося надеждой, что он глядит на многое, она сейчас становится, может быть, сложнее, потому что мы наблюдаем все больше соблазн гетеризации разных властей культуры, и сохранять какое-то спокойное и достойное положение на фоне этого — это вещь, которая может от людей, которых мы назвали условно агентами мировой культуры, требуется. То, что я сейчас буду читать, это стихи, написанные в последние 3 года. Автокомментарии, если позволите, будут минимальны. Да?
Да. Смешно уму с телом, то течет красным, то стреляет белым, то к делам опасным само себя клонит, то курсом напрасным само себя гонит, то снова здорово, то от боли стонет, то от иного. Смешно право слово. Оно треугольник, и над ним кружочек. Мяч прыгнул на столик, сел на клиночек. Пухни, тело пухни, лезь из сорочек, пульсируй на кухне, выжимайся в сушке. Потом все рухнет, шлам, хлам, кольца, дужки, крючки, завитушки. Смешно уму с телом, устарелой карты, хоть ножом, как мелом, по доске, шаркой, хоть наклонись над исписанной партой, все одно виснет ум, понять силясь, как признаки жизни спеклись, помутились, во что превратились. Ум раскинул сети монашеским плачем, бодрым междометием, воем собачьим внутри себя вечем, счетом неудачи, улов не замечен, ожидание зряшно, рыбарь не вечен, ворону брашно, смешно уму, страшно. Стихотворение называется «Памяти Бонфуа», памяти, соответственно, французского поэта Ива Бонфуа, умершего некоторое время назад. Когда в моих стихах появляются какие-то посвящения или указания, чьей памяти они посвящены, это, как правило, да, знак признания влияния этого автора. У меня какой-то такой ответный, благодарный омаж тому, что я прочитал. Как Робинзон косплеит шар земной, а мотылек смеется над поверхностью. Встань в три ряда, хор мальчик, и пой молчание. Задумывается каждый о своем, качаясь, как предложит личный ветер, а общий разберется, кто фальшивит и кому. Вообще в другую сторону, вообще прорехи между нами скрыты листьями, мы ищем в них моральную еду и пятилистники к экзамену. Откладываем камни каждый год на жарком солнце, привечая ящерку воспоминания. Вот это мы на отдыхе, вот это мы в последний раз, а вот мы взяли да разъехались, как буква Т в три направления. Но здесь, меж листьев, каждый о своем согласно думает, такое разделение труда, чтобы не пришлось изобретать на острове велосипед и зонтик. Слэшер и Ахимса бросили монетку, значит, превратимся в патину, в засветку, в заново глядящий профиль властелина, некогда орлины, а теперь ледащий, под песком лежащий, мелкая малина в пальцах проходимца. Нас находят редко, нас увидит некто, значит, пригодимся. Батарея перевербованных слов, пиротехника, которая в Новый год отрывает пальцы у сорванцов, микропластик в зыбе радиоволн, бычья кровь в глазах усталых водил, затворяется песнями, гулял, воровал, в бензобаке адреналиновый плес. Подожди немного, дохнешь и ты, взев трубы архангела ДПС. Но пока удача оборотом колес, под шансон разрезающий темноту. Видно на флайт-радаре, объединенные недоверия нарезают круги над местами, где их не ждут. Атмосферу над ними затягивают, как жгут, и так далее. В мексиканской пустыне разрушенные строения угрожают за оскорбление Теночтитлана. Пожалеем их, холодная ночь натекла на их пылание. Стихотворение, записанное прозой. Масляные зигзаги света на козырьках, сиротки-снежинки, прибившиеся к околышам. Государь-император командует бис, и все повторяется. Впервые в этой вселенной. До волосков, до фотона. Чудесное изобретение, господин Дагер, жалую вам 1000 золотых. Бис, еле слышно, шепчет изобретатель. Стихотворение, к которому сегодня мы еще вернемся. Уродливые здания на горизонте,
представляю, расфокусировав взгляд облаками. Вот наплывут в намеченный срок и выжмут содержимое под песню «It's raining men», «Hallelujah». Как шелковица сбросят темные комья сотен чернильниц потенциала, разбивая пятна и пятна и пятна и пятна и пятна, пока равномерно не будет покрыт асфальт и не будет, можно сказать, приняв растральную позу, что место выстрадано, город выстроено, но понятно, пока самого не зальет кипятком истории, пока не исчезнет возможность быть непричастным. Попаданцы, паданцы, оборванцы, пятна. Слип, слип, соскользну в сон. Это мое, твое, это мое. Шандон, спиди, гонщик, спиди, бук. Через небу, утопай во сне, причащайся, див. Как садко на дне в окружении дев, там на дне новой искренности, в день славянской письменности, споет хор из букв хер, ук. Йод, слип, слип, слизываю с коры, сахар и соль, язык, смычок, кора, канифоль, связь между игрой и глубиной, как между корой и твердостью глубиной, все под легкой корой уплотнено трудом, сидит Слоттердайк, редактирует третий ком, вынимает и вынимает из головы шар. В нем лесбийским ленивцем груздит мировая душа. Слип, слип, проскользну внутрь, втянув крючки и прочую утварь, шаг пустой. Я в нем моллюск, сейчас помолюсь и еще провалюсь. Четвертое измерение, 4D, моя голова у меня в груди. Стук, стук, снаружи, время быстрого сна, я боюсь, что за веками тишина, шов и шов, между ними слит, слит, еще 2 минуты, слип, слип. И брошенный на произвол судьбы сады, и рекордные урожаи, сжатые на экранах ноутбуков, смартфонов, и ветви под грузом плодов, и мох, окунувшийся в бездну, светобоязнь, и ржавчинный инструмент, и глядящие сквозь компост полиэтиленовым взором нетленные марианы, и комнатные растения, высохшие в горшках, и чернильные барли в принтерах, благодарны за обновление. Наверху разворачивается атмосферный фронт, останавливается и думает, нападает, и в небесный учебник вписывается глава из истории вечной борьбы голубых и серых. Золотильщики берут в оборот сети 4G, для которых весь мир, наконец, солярий, и фамилии из республик бывшего СССР, движущиеся по карте, ей вовсе не в тягость. И кухни, где воскуривается табак от беспокойства, и города, чьи названия возвращают себе значение, ключ гремит, дальняя речка отдалена, а магнитные горы тянут и сканворды в старых журналах, до которых дошли, наконец-то, руки, и фаза Луны, до которых вдруг есть дело, соперник Ахилла Гектор, сажать семена на ущербе крест-накрест, благодарны за обновление. Скотобойни работают, очистители сточных вод безотказны и небрезгливы, турбины электростанции генерируют, что положено, ракеты от скуки хотят играть в города, и заметьте, как стало тихо, будто круглые сутки утро, зря тратящее на нас золотой запас, но зато и каждого недоверка, урну, камешек, желтую сумку с Яндекс.Едой, награждающая наполеоновской тенью. И оптоволокно, даже не требующее молока, за вредность его пакеты, советы, запреты, нас хорошо развлекают, и мы смеемся, и нарушаем, и наказуем, и, наконец, исчезаем. Наши отметины превращаются в солнечные часы, коротающие и удлиняющие время, и перечисление длится без нас, но включая нас. Мы благодарны за обновление. Идти и отстреливать звуки своим появлением, сегментировать разговоры встречных, вклинивать в ролики поперечных, палки, банить жуков, комаров и всяких
кровососущих, шугаться альтернативных фактов, превышающих в габаритах по сумме трех измерений ложек, подготавливать ртутному воздуху каждым шагом, вламывать, клеить мелочь дыхания, романтик и неглубокий эконом, след, годящийся для засыпки тонкой книжки, лошади из музея в панцирях, таксидермист запер, медник проспался. Стихотворение последнее и большое, дозывающееся «Ледники», из четырех частей. Вопреки всем прогнозам ледники наступали, ледники всем прогнозам, тянулись, как мои руки, и несли в себе кости. Между всякими пальцами немудреные фьорды, кости бумеров поставляются в индивидуальных пластиковых упаковках. Сарафанное радио всполохами передач, смятых пальцами, доносило обрывки и джинглы прекрасной эпохи. Мы, они говорили, прошли дистилляцию белым шумом. Мы безвредны. Сам факт приема превращает нас в реплики, копии, дубликаты. Лед глушил сигнал. Вопреки всем прогнозам, лед отлично глушил сигналы. Лед показывал зеркало, небо в звездный горошек, и оно отступало. Запретил себе думать о многом, о мире так называемых диких страстей запретил тоже. Так размеренно, плавно беседуют книги, упокоиться между ними, вплестись в разговор за чаем хорошей марки, впрыгнуть в окошко с серфером, прямиком, серфером, светлячком с волны поисковых запросов. Трахает брата готовыми рефератами казнь в Китае, пикабу, казнь Пикачу бесплатно. Знаю, что это неправда. Волны давно закончились. Замкнутый разговор не разойдется и не прервется. Прикладывает лед к горячему лбу, следя, чтобы не капнуло на странице. Из колонок альбом по рекомендации друга. Нечто среднее между ангельским пением и неисправной электропилой. Или санный спуск в Антарктике, но полозья оклеены абразивом, чтобы со свистом не кануть в глубины китов. Говорят, что холоден, неужели не понимают, как дрожит холодный от холода, который должен его крепить? Или что в пальцах, хватающихся за льдину, кровь куда горячее, чем следует, это и подведет? Ревностно соблюдается протокол, ноты моментально вскипают и снежным веером закрываются над льдом. Теперь можно и расходиться. Расходиться, расстилаться, развеиваться, спать, не переворачиваясь на бок, не тратя сон на подсчет дивидендов от перевернутых белым вверх заложенных в банк участков ссыпанных домов и гостиниц. Изо льда торчали пни, перископы букв, мусор пунктуации приносило в кассу, где хранились риторические вопросы. Что здесь удалось? Раздувай, старина, белоснежный парус, хрустящий, как простыня на морозе. Что здесь удалось? Алмазный венец, асбестовый мой абандон, целлюлозное поле, поле всего, что вокруг этих слов. Обоих волков выйти сюда, а вас задать вопросы. У нас есть 5-10 минут только на общий разговор. Прошу, Лея. Я хочу для начала сам задать вопрос вот на ту тему, которую я обозначил вначале. Вот так, ваши разные роды деятельности, все-таки вот для вас самих, как это разное или одно, допустим, сочинение музыки, написание эссе, преподавание, или сочинение стихов, написание текстов, преподавание, да, вот эти сферы, они делят ваши натуры или наоборот объединяют их? Да, то. Сейчас я подумаю, как ответить. На самом деле, по-всякому. С одной стороны, эти разные сферы, конечно,
влияют друг на друга и дают всегда внешний взгляд на то, что ты делаешь с какой-то другой точки. Ну, окей. Когда ты что-то сочиняешь, ну, не то, чтобы сочиняю, думаю о том, что об этом сказал бы я, как я критик. Да, ну, человек, которого я всегда критикирую. Это вообще, возможно, имеет смысл в следующий раз это работать. Сочинение. Естественно, да, когда слушаешь чужое, потом начинаешь думать о том, как ты написал это ты сам, или что отсюда можешь взять себе, как композитор. Да? Когда пишешь текст, начинаешь думать о том, что бы сказал об этом ты, будь ты композитором. Да? Значит, ты есть композитор, поэтому как бы так и говоришь по факту. Да? То есть, в общем, в любом случае несколько видов деятельности обогащают друг друга. И, вероятно, дают возможность делать это неким необычным образом, ну, не таким способом, как это делал монокультурный человек. Да? Как сельское хозяйство монокультура, да, когда все пользуется чем-то одним. Да? А тут вот, значит, такая делянка, такая делянка, такая делянка. Вероятно, жучки могут перебираться между разными полями. Но с другой стороны, мы когда с Ивановским композитором, наверное, все знают присутствующих, кто это, да, говорили на эту тему и, в общем, сошлись во мнении, что на самом деле вот все-таки, видимо, у мозга есть некая емкость, да, значит, ну, как емкость оперативной памяти, и загружая в него некие паттерны поведения, мысли из одной области, ты, соответственно, очищаешь эту же память от того, что там было до того, то есть, значит, от паттернов из другой области. То есть, проще говоря, когда ты много начинаешь писать тексты, у тебя несколько не в фокусе оказывается сочинение музыки. Ты перестаешь думать звуками, начинаешь думать буквами. И когда потом внезапно становится необходимо срочно что-то сочинить, приходится, ну как Чайковский, известно, на романсах расписывается, не на раз, на фортепианных пьесах расписываться, да? Вот приходится тоже, так сказать, расписываться, да? То есть некоторое время посвящать тому, чтобы обратно, ну, там, прийти в форму именно, как бы, значит, ну, музыкальную мысль еще. Если на это есть время, если это приключение не очень спешное, то, в принципе, с этим легко. Ну, по нашей жизни не видно, что там время, в принципе, довольно трудно. И, соответственно, переключение иногда приходится делать чуть несколько раз за день. И это, конечно, напрягает и, наверное, не дает работать с тем качеством, которое хотелось бы. Ну, что делать? Но, по крайней мере, можно утешать себя тем, что мы все примерно в такой же ситуации. И, соответственно, наверное, все, кто слушает, делают это скрипку. Ну, хочется выпрыгнуть. Как-то так. Что скажешь, да? Я, в общем, мало довольно знаю людей, которые заняты только чем-то одним. Это, как правило, насколько я, если я пытаюсь вспомнить, кто эти люди, то в моей голове в первую очередь как это люди заняты визуальным искусством, да, живописцы. Хотя и они, в общем, довольно часто рефлексируют на тем, что они делают. Другое дело, что язык так или иначе омывает все роды деятельности, поэтому тот, кто им в первую очередь занимается, у него больше соблазна, да, пойти в разные стороны и попробовать разные модусы письма, разные способы взгляда через письмо. Другое дело, что есть какая-то внутренняя самоидентификация. Да, вот, собственно говоря, писание стихов – это такая наиболее стержневая вещь, которая, да, о которой я думаю, когда я думаю про себя, чем я занимаюсь, вот я пишу стихи. Во всех остальных областях я просто стараюсь быть профессионалом. Да, значит, работать так, как должен работать профессионал в этой позиции, занимающийся там литературной критикой, преподаванием, переводом или чем-то еще, связанным со словами. Ну что, я думаю, многие из нас могут согласиться либо с Антоном, либо со Львом, потому что, наверное, мы тоже люди многих занятий, многие из нас, по крайней мере. Какие еще есть вопросы, соображения, задавайте. Я хотела спросить. Скажите, пожалуйста, вот если вы познакомились буквально за 10 минут до начала данного мероприятия, то я предполагаю, что и с творчеством друг друга вы тоже были не очень сильно знакомы. То есть ваше нынешнее впечатление, оно самое такое честное и непосредственное относительно творчества друг друга. Скажите, пожалуйста, вот что вы друг о друге думаете? На самом деле, конечно, это немножко гипербол, что прямо 10 минут назад мы увиделись вживую, значит, вот до начала, да? А так, как бы, ну, мы пообщались в интернете, мы добавили друга в друзьях не так давно, на самом деле, да? Для того, чтобы общаться, сейчас не так важно. Я, значит, когда мне Петр предложил Льва в качестве, значит, вот, значит, напарника, не знаю, волка, второго волка, да, значит, я, естественно, пошел в
Google, поискал стихи, потому что есть публикации, естественно, в журнальном зале где-то еще. Почитал и сказал, да, я хочу, мне нравится. Потом еще я зашел к нему в Facebook, я говорю, может, не знаю, сейчас, правда, в последнее время не видно, некоторое время назад у него в Фейсбуке был целый цикл текстов, он в формате фейсбучного поста, не знаю, может, сейчас сам расскажет, как бы, что, значит, и как это было, там, это мне тоже понравилось. Так что, в общем, как бы, не знаю, я вполне доволен этим знакомством. И, честно сказать, я, правда, не все из того, что я успел прочесть, я слышал сегодня. То есть тут были тексты, которые для меня новые. И вот, скажем, например, по леднике я задумался, как бы, значит, не хватить ли к себе, не сделать из них что-нибудь, как сказать, там совсем грандиозное. Ну, оно бы вряд ли вписалось в формат вот сегодняшнего вечера, потому что ну, там текста много, да, и музыки должно быть много, и, в принципе, как бы там прямо может быть что-то на масштабный разворот. Но мне кажется, что, в общем, как бы, я бы взялся, может быть, но я об этом еще подумаю. Так, не знаю, ну, я просто не знаю, я точно не литературный критик и не поэтический критик, я не уверен, что я готов, и я, к сожалению, недостаточно хорошо знаю современную поэзию вообще. Даже не то, что знаю, я что-то читал, но я, так сказать, мне нет инструмента критического для того, чтобы они внятно высказываются. А, ну, чисто как читатель, я, ну, думаю, не имеет смысла. То есть на уровне хорошо-плохо, такого, скорее, высокой ценности не имеет, но хорошо, в общем. То, что и по внутренней потребности, связанные с необходимостью обрабатывать очень много информации, знакомиться с очень большим количеством художественных и околохудожественных произведений. В сутки 24 часа. Как вы проводите этот отбор? Когда это не заказ, не потребность, да, а вот как вы идете, как вы находите новое, с чем знакомиться? Антон, как вы думаете, да, подклада? Если честно, нет какой-то прямо вот стратегии или каких-то четких рецептов, как находить, потому что, ну, не знаю, столько старого, не то, что старого, уже известного, да, значит, того, то есть, даже не то, что известного в принципе, а того, о существовании чего я знаю, да, значит, но до чего еще не успел как бы, в полном объеме добраться. В общем, вопрос, как бы, что почитать, там, или посмотреть, или послушать, он в принципе не стоит. Это всегда вот такой длинный список, который... А как вы отбираетесь? Рандомно абсолютно. То есть, ну, если про музыку говорить, ну, вот, например, есть значит, YouTube-канал, их даже два, InSpecify и Sportfollower, да, это только один из источников, где уже несколько сотен как бы, современных сочинений с партитурой выложены. Там как бы принцип, то есть они вкладывают ноты и записаны вместе, да, чтобы можно было поменять ноты. То есть даже чисто пройти по всему, что выложено на этом канале, как бы, ну, это несколько месяцев ежедневной работы, которых, естественно, нет, поэтому они выкладывают быстрее, чем мы успеваем слушать. А кроме этого, есть еще другие источники, как бы есть не только новая музыка, но и старая музыка, есть списки фильмов, значит, какие-то друзья что-то предлагают, я что-то туда читаю. Ну, не знаю, как все, мне кажется, то есть я даже не думаю, что это как бы конкретная специфика там, моя как композитора или моя как поэта, как бы, ну, это проблема любого интеллектуала, в принципе. То есть человек, который, в принципе, интересует какая-то интеллектуальная продукция, да? Ее всегда на несколько порядков больше, чем мы можем за жизнь охватить. Мне как раз вопрос, ну, как вы решаете эту проблему, когда информация заведомо в сотни тысяч раз больше, чем мы успеем обработать за нашу жизнь. Что из этого послушать типа сегодня, да, или посмотрим? А, как успеть все за жизнь, то, что хочется. Я бы, честно сказать... себя ограничил. Он сказал, я буду изучать только вот эту условность, я не буду больше читать ничего, потому что моей жизни не хватит. Да, вот мне, честно сказать, есть вот такое программное заявление. Я не знаю, все ли присутствующие читали книгу «Гарри Поттер. Методы рационального мышления». Это фанфик? А? Это фанфик, но абсолютно гениальный фанфик, который всем рекомендую. Я видел обзор на этот фанфик. Вот. Значит, грубо говоря, там довольно много смыслов закопано, но один из них, который мне, честно сказать, поражает, потому что почему там никто не думает? Мы занимаемся какой-то ерундой. Мы сейчас все дружно, всем миром должны вклад инвестировать в продление жизни. Да, значит, какое-то изобретение, бессмертие, там, то есть, чтобы, ну, как бы, ну, это вообще главная проблема, которую человечество должно сейчас решать. То есть, как бы, все остальные проблемы, типа, значит, ну, того, о чем мы все, как бы, все, весь мир и все политики думают, они вообще никакого значения нет, по сравнению с этой главной проблемой. Почему мы так мало времени, как бы, ну, мысли, там, не знаю, там, изобретательности, интуиции, средств и так далее, мы это все вкладываем, ну, не в это все, вот в это конкретное, да, я не понимаю. Мне кажется, если мы эту проблему решим, все остальные проблемы становятся сразу гораздо проще. А пока нет, как бы, ну, мы с этой информационной травмой, нам остается как-то с ней сживаться, неважно как, что с ним будет. Ну, есть две вещи, есть любопытство и привычка. И любопытство, оно, в общем, заставляет, любопытство, которое, в общем, ближе к любви, чем к досужему
интерес, это то, что заставляет смотреть, что нового вышло в поэзии, да, кто выпустил какие книги, покупать их, читать их и так далее. Привычка – это просто некоторая заведенная вещь, которая как раз в профессиональной жизни помогает. Вот у меня есть там сайт, на который я собственноручно выкладываю ссылки на литературный материал с других сайтов, которых там около 50 или 100, которые я просматриваю регулярно, подписан на их обновление. Да, и это мне позволяет самому хотя бы понимать, куда потом, зачем идти. Среди важнейших вещей, которыми меня учили во время моего филологического образования, была то, что называется эвристика. Грубо говоря, это знание, где искать. Это то, что, чему нужно обучать с самого начала. Где искать, как правильно оформлять запрос, да, и что потом делать с этой кучей информации. И, в общем, мне кажется, по крайней мере, что я этим навыком владею. А по поводу того, что мы все равно всего не прочитаем, это страшно печально, но прочитают другие. Вот Лев составляет списки на сайте, а Антон составляет плейлисты. Мы можем пользоваться и тем другим. Мне показывают вот так, поэтому мы переходим к следующему этапу нашей встречи. Волки, пожалуйста, занимайте свои места. Вот Наташа Велесковская выходит сюда с призом, который получит один из вас. С чем связан этот приз? С тем, что в нашем музыкальном, во-первых, отделении, которое скоро наступит, мы услышим музыку Рихарда Штрауса, одно из его произведений записано на этом диске. А во-вторых, тот период, который мы сейчас вот пережили, сидя по домам, он поменял некоторые акценты. И если раньше мне, например, казалось, что в музыке главные действующие лица – это пианисты, дирижеры, композиторы, то сейчас я считаю, что главные – это звукорежиссеры. Потому что именно они сводили то, что игралось по разным квартирам, по одному, и из этого получались целые симфонии онлайн. Конечно, это еще пока опыты, которые не дошли до совершенства, но это очень интересные опыты, и у этих профессионалов были величайшие предшественники. И вот вопрос мой к вам такой. Когда в 1969 году на гастролях в СССР был Берлинский филармонический оркестр, а дирижировал им Герберт фон Краян, то все звукорежиссеры знали, что если Краян увидит микрофон, поставленный на сцене, сбоку, где-то рядом, то он может подойти и сам его оборвать. Поэтому один из звукорежиссеров засунул микрофон в люстру большого зала консерватории. И, несмотря на такой кустарный способ, запись получилась настолько удачная, что впоследствии она была выпущена на виниловой пластинке фирмы «Мелодия», а впоследствии она была выпущена и на CD-диске, и вот Наташа держит его в руках. Вопрос к вам такой. Кто же был этот звукорежиссер? Вот я услышал правильный ответ. Кто это был? Выходите к нам сюда. Как вас зовут? Софья. Софья получает диск. Где записаны произведения Моцарта и Рихарда Штрауса в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Краяна, которые сделаны Игорем Петровичем Вепринцевым. Это один из самых выдающихся режиссеров фирмы «Мелодия». И к нашей радости он еще жив, хотя и не молод, ему 90 в этом году. Вот, пожелаем ему здоровья, передадим ему привет. Вот, а Софье позавидуем, что она будет слушать его столь виртуозно из люстры, записанного. Ну вот, и теперь наступает приятная, самая приятная заключительная часть нашего вечера. Это живая музыка, концерт. У нас всегда бывают
разные произведения, которые как-то связаны друг с другом или противопоставлены друг другу, чтобы программа смотрелась как целая. А исполнителями бывают как музыканты, которые специализируются на современной музыке, так и те, которые в основном исполняют классическую. Но тогда мы первых заставляем играть и классическую, а вторых петь и современную тоже. Например, постоянным участником наших лекториев является молодежная программа Большого театра, которой руководит Дмитрий Вдовин и его правая рука Екатерина Вышерух. Сейчас она предстанет здесь перед вами. Кроме того, в числе исполнителей участники молодежного ансамбля «Рефёрд», созданного при Гнесинском институте, которые исполняют очень сложную современную музыку. И певица Ольга Власова, которая исполняет всякую музыку, и кроме того, сейчас она руководит музыкальной программой театра «Практика». Чем эти номера дополняют друг друга? Тем, что в них разное отношение музыки и текста. Сначала мы услышим романс Глинки «Болеро» на стихи «Кукольника», в котором два куплета. Первый куплет говорит о любви, о счастье, а второй куплет говорит о гневе, о ревности. При этом музыка совершенно одинакова у этих двух куплетов. Как вот так можно? Мне кажется, это со стороны Глинки был некоторый манифест, что слова, в общем, никакого значения не имеют. Второй номер – это произведение Мусоргского, написанное на стихи Алексея Константиновича Толстого: «Горнями тихо летела душа небесами». Полная противоположность, абсолютное единство музыки и текста. И такое же единство, только по контрасту. Если там было очень горестное, трогательное произведение, то Рихард Штраус свое «Завтра» написал на стихи Макея. Макей, хотя и носит шотландскую фамилию, он немецкий поэт, написал в настроении полного блаженства: «Мы спустимся завтра на берег и испытаем прекрасное блаженство. Завтра». И, наконец, произведение Антона Светличного на стихи Льва Борина «Пярна», в котором сначала мы слышим только согласные из произведения, из стихотворения Льва Борина, потом только гласные, потом мы слышим его текст без пения, а потом мы слышим пение без текста. Вот такое вот соотношение музыки и поэзии. Можем позвать наших исполнителей. Просим, просим. Глинка, «Кукольник», «Болеро» исполняют Ольга Власова и Екатерина Вышерух. Мое, твое любовь, счастливее.
Мусоргски, слова Алексея Толстого, горнями тихо летела душа небесами. Исполняют Елизавета Нарсия, сопрано, Екатерина Башарук.
Исполняют Алиса Гражевская, скрипка, Андрей Юрлицо, кларнет, Екатерина Вашерук, фортепиано, солистка и дирижер Ольга Власова. Thank you.
Thank you.
России, кто организует директории этой иголки. Мы благодарим музей Прокофьева за гостеприимство. Мы благодарим фирму «Мелодия» за приз. Мы благодарим всех участников. И мы благодарим всех вас за то, что вы пришли. Следите за нашими объявлениями. До свидания. Спасибо большое.